Давайте договоримся с вами сразу. Выходят на сцену ваши педагоги. Их нужно искупать в овациях так, чтобы не заложило уши. Договорились? Ну что, поехали. Друзья, это ваши педагоги, ваши бурные аплодисменты. Это все, друзья мои, благодаря вам. Это ваша долгая, кропотливая работа. Огромное вам спасибо и низкий поклон. Спасибо, Юлия, огромное. Ну что ж, друзья, к награждению участников, да? Мне кажется, сегодня самые шумные, самые такие веселые, это театральное творчество, награждали много кого, но не шумело так, как вы, никто. Давайте еще потопаем, похлопаем и покричим. Для награждения участников театрального творчества приглашаю на сцену члена жюри Олега Смоловского, друзья, под ваши бурные аплодисменты. Это режиссер, это человек, который делает фестиваль киносмена. Правильно? Правильно. Ну что, поехали. Дипломом дипломанта второй степени награждается детский английский театр Нелли Бабак Соул. Это там, где... Какие детки? Christmas Miracle. Постановка. Друзья, мы идемте на сцену к нам сюда. Друзья, ну поаплодируйте ребятам. На английском языке не так-то легко было играть эту постановку. Ребят, для красивой фотографии нужно встать в одну линеечку. Так, 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 встаньте. Друзья, ваши аплодисменты. Так, помахали, сфотографировали. Давайте дальше продолжать. Молодцы, ребята. Вот. И дипломом дипломанта второй степени тоже больше нет. Дипломы дипломанта первой степени. Дипломом дипломанта первой степени награждается детский английский театр Нелли Бабак Соул. Театральное творчество, музыкальный спектакль «Джинджер». Я запишусь к вам, наверное, в школу, в театр, чтобы выучить немножко английский язык. Забирайте подарочки, памятные сувениры от оргкомитета международного телевизионного проекта «Кубок дружбы». Так, фото, фото обязательно.